Вот у нас снег лежит на берегу. О, песок как камень. Замерз, твердый. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Артур. Продолжаем купаться в любую погоду. Сегодня 23 февраля 2019 года. День знаменательный, так как 101 год назад была основана непобедимая и легендарная армия, в которой мы, многие из нас, служили. Кто-то отдал 2 года своей жизни, кто-то 3 года своей жизни, а кто-то и свою жизнь. У нас очень холодно, похолодало, даже песок замерз. Песок замерз, так как позавчера у нас был дождь, а вчера вечером ударил мороз. И в итоге сейчас температура воздуха минус 5, а температура воды плюс 2. Ой, холодно. Бррр. Хочу поздравить всех причастных к этому празднику 23 февраля. Будьте здоровы, мирного неба над головой вам. И оставайтесь всегда мужчинами, защитниками своих семей, своих домов, своего отечества. Дай Бог вам здоровья и успехов во всем. А мы и пойдем искупаемся. Так, пойдем разомнемся немножко. Ух ты, снежок пошел. Вот эти все упражнения, пробежка, отжимания, это у каждого индивидуально. Главное не вспотеть. Главное разогреться, но не вспотеть. Ну что, помчались? Праздником, мужчины! Ох, тело красное. Кстати, месяц уже прошел, как я принял решение купаться. Что могу сказать по этому поводу? Замечательное самочувствие. Думаю, что на это повлияли 4 фактора. На мой взгляд, все эти 4 фактора в связке привели к тем положительным результатам, которые на сегодняшний день я имею. Все, на этом, как говорят в Одессе, будем жить, будем смотреть. Еще раз хочу поздравить с 23 февраля всех причастных и достойных мужчин и женщин. Будьте здоровы, мирного неба вам над головой. И будьте всегда защитниками своей семьи, своего дома и своего отечества. Дай Бог вам здоровья, удачи и успехов во всех ваших начинаниях. Удачи! Пока! Какое же все-таки самочувствие обалденное после купания. Все, всем удачи, хорошо отпраздновать сегодняшний вечер.